вывести искусственный спутник на околоземную орбиту, доставить космическую экспедицию к Луне, Марсу или Венере может только гиперзвуковой летательный аппарат. Он же способен преодолеть самую современную систему противовоздушной обороны и доставить мощный ядерный боеприпас в любую точку нашей планеты. Созданием таких аппаратов занимается ЦАГИ, Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Жуковского. Рассказ об этом в фильме «Оружие». В середине 50-х годов в развитии авиации наступил новый этап. Отдельные опытные самолеты и крылатые ракеты достигли гиперзвуковых скоростей в 3-4 раза выше скорости звука. Дальнейший рост этого показателя делал летательные аппараты неуязвимыми для комплексов противовоздушной обороны и сокращал время для выполнения боевого задания. С 50-х годов ЦАГИ активно участвует в работах в области гиперзвуковых аэрокосмических летательных аппаратов. Это ракеты военного назначения, это беспилотные аппараты и ракеты, которые выводят полезные нагрузки на орбиту Земли, это и полеты на Луну, это и полеты на другие планеты Солнечной системы, Марс и Венера. Ну и возвращение обратно, естественно, задачи. То есть все эти задачи, они так или иначе в комплексе решались, вот в том числе и в ЦАГИ. С первых послевоенных лет институт активно работал над созданием ракетной техники. Исследовались аэродинамика баллистических ракет на режимах старта, выведение на орбиту, разделение ступеней. Отдельно изучались системы управления и органы стабилизации полета. Когда, допустим, ракета стартует с Земли, то первое, что одна из проблем первая возникает, это старт отделения от Земли, от поверхности. В это время, в частности, ветровые нагрузки играют важную роль, потому что ракета может опрокинуться прямо на старте и погибнуть. Важнейшей задачей является прохождение трансзвукового диапазона. Ну и в дальнейшем это, конечно, уже прохождение гиперзвукового режима, там, где... Ну и причем при прохождении от одного режима, скажем, до звукового, до трансзвукового, смещается центр приложения аэродинамических сил, а следовательно и эффективность органов управления должна работать по-разному, в разных диапазонах. То есть в этом плане аппарат является сложным, потому что он должен быть управляем, устойчив и эффективен на всех режимах. По итогам исследований ученые формулировали рекомендации для конструкторских бюро о формировании облика новых ракет и беспилотных ракетно-космических аппаратов. Прочность, упругость, аэродинамика исследовались с применением самых современных методов и технологий. Это было невозможно без реорганизации самого института. В начале 60-х годов были созданы отделения гиперзвуковых скоростей, динамики полета, проектирования аэродинамических установок, аэроупругости, живучести и ресурса. Отныне ЦАГИ мог заниматься исследованиями по всей тематике сверхбольших скоростей. Развитие исследовательской базы института на добрый десяток лет опередило реальное освоение скоростей в авиации. Основой фундаментальной науки является экспериментальная база. Это касается и физики, это касается атомной техники, это касается авиации, космоса. И только те страны, вы видите, кто имеет такую уникальную базу, значит, они имеют серьезные успехи в области, значит, вот, промышленных разработок. То есть без развития фундаментальной науки, конечно, говорить и двигаться вперед, это просто невозможно. На протяжении 50-60-х годов исследования в области высоких, сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростей активно велись в других странах с передовой авиационной наукой. Особенно широкая программа исследований полетов на сверхвысоких скоростях развернулась в США. Отрабатывалась концепция орбитального пилотируемого авиакосмического комплекса. Итогом этих работ стало создание многоразового пилотируемого челнока Space Shuttle. Но это произошло только через 20 лет. А тогда, в начале 60-х, воздушно-космическая гонка между двумя великими державами СССР и США только начиналась.
В 1962 году главнокомандующий военно-воздушными силами Советского Союза, главный маршал авиации Константин Вершинин, обратился к директору ЦАГИ с предложением резко форсировать работы по созданию воздушно-космических самолетов. Над разработками таких летательных аппаратов совместно трудились ЦАГИ и конструкторское бюро Микояна. Проект получил название «Спираль». В конце 1965 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о создании воздушно-орбитальной системы, экспериментального комплекса пилотируемого орбитального самолета. Он должен был состоять из двух основных элементов – двухступенчатого ракетного ускорителя с орбитальным самолетом и многоразового гиперзвукового самолета-разгонщика. Работы по реализации проекта «Спираль» шли полным ходом на протяжении 10 лет. Были проведены все необходимые научные исследования по динамике, тепловым режимам и системам управления. После этого инженеры КБ «Микояна» создали несколько опытных моделей. Их использовали для запуска на баллистических ракетах-носителях. Построенный дозвуковой аналог орбитального самолета, аппарат под названием «ЭПОС» – экспериментальный пилотируемый орбитальный самолет – успешно прошел серию полетных испытаний. Орбитальный самолет представлял собой летательный аппарат со стреловидными крыльями. Они имели отклоняющийся вверх консоли. При спуске с орбиты самолет самобалансировался на разных участках траектории. Фюзеляж был выполнен по схеме несущего корпуса с передней частью сильно затупленной формы. Из-за этого орбитальный самолет среди разработчиков получил прозвище «Лапоть». С 1976 года в СССР началась реализация программы «Энергия Буран». Работы по теме «Спираль» были остановлены. Однако накопленный опыт широко использовался при создании многоразовой ракетно-космической системы. Особая страница в истории ЦАГИ связана с разработками по программе «Энергия Буран». Институт занимался исследованиями прочности и теплостойкости многоразового космического корабля. Создание многоразовой космической системы стало самой масштабной и трудоемкой программой в истории советской космонавтики. В течение 18 лет над ее реализацией работало более миллиона человек. Были задействованы крупнейшие научные и производственные центры страны. Общие затраты на программу составили 16 миллиардов рублей. Ученым ЦАГИ предстояло решить невероятно сложные задачи. Первая из них – обеспечить теплостойкость многоразового орбитального корабля. А дальше ракеты, гиперзвук, наряду с механическими нагрузками, вот эти вот самые появились тепловые интенсивные нагрузки. Для гиперзвука они становятся уже определяющими. Определяет прочность не столько механическая нагрузка, сколько высокая температура, поскольку это связано с созданием и новых материалов, и новых методов расчета. Корпус аэрокосмического корабля, который проходит через несколько слоев атмосферы, подвергается высочайшим тепловым нагрузкам. Поверхность корабля при этом нагревается до 19 тысяч градусов. В таких условиях требования к прочности возрастают многократно. Результаты исследований, проведенных ЦАГИ, стали определяющими при выборе конструкции теплозащитных и прочностных элементов «Бурана». Для этого проводились испытания образцов, элементов конструктивных, тоже сотни вариантов. А плитки все индивидуально, они разные в разных местах и разных материалах. И проводились испытания больших частей с нагревом до 1500 градусов, с вакуумом, по траектории спуска с орбиты, и с механическими нагрузками, и с низкими температурами, в том числе, которые там есть. Это вот делалось в специальной термопрочностной камере, которую я упомянул, и есть специальные еще акустические камеры, где еще на старте, когда двигатель создает большие акустические нагрузки, то есть вероятность повредить плитку. Собственно, это на Колумбии произошло, по-видимому, при старте была повреждена соединение плитки конструкции, а потом с орбиты в итоге они потерпели катастрофу.
После многолетних исследований и экспериментов был создан летательный аппарат с уникальными характеристиками. «Буран» – аэрокосмический корабль многоразового использования. Экипаж при полете в пилотируемом режиме – 10 человек. Длина 36,4 метра. Размах крыла – 24 метра. Высота – 16 метров. Стартовая масса – более 100 тонн. Масса топлива – 14 тонн. Грузоподъемность – 30 тонн. Ноября 1988 года «Буран» совершил в беспилотном режиме трехчасовой полет вокруг Земли, после чего успешно приземлился на космодроме Байконур. Это была первая и по сей день единственная в истории космонавтики автоматическая посадка космического корабля многоразового использования. Защитное покрытие «Бурана» состоит из 40 тысяч плиток. Они сделаны из кварцевого волокна, высокотемпературных органических волокон, материалов на основе углерода. В реальном полете теплозащита с честью выдержала все испытания. Было потеряно только 6 плиток. Исследования гиперзвуковых летательных аппаратов продолжаются в ЦАГе и сегодня. Но об их результатах мы сможем узнать лишь через несколько десятилетий, когда с этих разработок будет снят гриф «Совершенно секретно».